Слышь, ёпта, пацан! Что такое, Эдичка? Булки колбасой задвигать будем, слышь? Чего? А ну чётки на стол быстро поставил! Какие чётки, что? Женечка, я короче в роль вживаюсь, мы сейчас на зоне, что мне ещё делать вот тут, а? Давай со мной! Мы уже сидим на зоне неделю с Эдичкой, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мы вышли отсюда, Эдичка с ума сошёл, да, вот! Вы видите, ребят, что со мной происходит? Поставьте, пожалуйста, лайк побыстрее, чтобы мы уже отсюда вышли поскорее, да, Жека? А, я уж тут сленг научился, знаешь, какой? Вечер в хату, тут надо говорить, вечер в хату, вечер... это гутер приезд. Вечер в хату, вечер в хату, Жека! Вечер в хату, Эдичка! А чё знаешь? Еще знаю, Владимирский Централ, а, ветер северный. Да. Но это грустно, Жека, это грустно. Мы уже тут неделю, реально, я не знаю. А знаешь, мне нравится, у меня кровать мягкая. Да. Ну, давайте хотя бы поспим, может быстрее время прилетит. Я не знаю, что мне делать, Жека. Ладно, давай спать. Жека? Что? А ну подойди, что это за хрень? Я только сейчас заметил, спустя неделю. Что это? Это вентиляция. Вентиляция? У меня над башкой неделю вентиляция была, мы даже не видели. Слушай, так мы же это, мы же прыгуны с тобой, давай, может, подпрыгнем в вентиляцию? Ты думаешь, мы сможем туда залезть? Да мне кажется, да, давай попробуем. А ну. О! Ниха! Как? Давай тоже! Сейчас. Как ты вообще? Получилось, давай, Эдичка. Почти. О! Нифиг! Так мы неделю просрали, просто. Офигеть, Жека. Ну мы вообще-то неделю размышляли, думали о жизни, о смысле жизни, понимаешь? Да, о чётках и там, про хату. А так, Жека, это что такое? Это вентиляция, да, как слушай, я понял? Блять! Пошли, Жека, пошли, только тихо, чтобы он нас не заметил. Прохожу. Он как раз не сюда смотрит. Так. А куда мы вообще прибыли, а? Соседняя камера. Какой смысл туда прыгать? Я уже прыгнул, Эдичка, прыгай ко мне! Умирать так вместе. Не, у меня тут хотя бы есть какая-то возможность выжить, Жека, если еще за тобой вернусь. Ты меня не любишь. Ну ладно. Давай уже прыгай, ты! Как же так кончено, какая-то вентиляция не прыгается. Да ты просто толстый, отразился у тебя жопу в стоянии. Как толстый? Мы неделю не жрали ничего. Как толстый? Какой толстый, Жека? А вот это мой толстый. И чё? Чё? Нифига себе! Туалет прорвало, офигеть! Слушай, так может так доберемся по канализации? Какой канализации? Тут вот почему никто не живет, потому что туалет прорвало. Какая канализация, Жека? Там говнище плавает. Какая разница, зато мы сможем вылезти из этой тюрьмы. Через какахи, да? И потом всю жизнь пахнуть будешь. Да не всю жизнь, а ты помоешься, и все будет нормально. Только обещай, никому не расскажешь то, что мы сейчас в говне плавать будем, а? Да никому не расскажу, что ты меня не знаешь. Я кому-то рассказать. Фу. Ну вот я как раз сомневаюсь. Так, ты первый. Если что, я там расскажу. Нет, ну ладно, хорошо. Давай. Какашечки, вкусно. Да ты прыгай, что стал-то, давай. Фу! Тебе еще нравится? Кашечки. Слушай, они вообще-то невкусные. Лучше не пробовать. Ты там, да, напился этой водички. Молодец, молодец. Что-то голова болит. Так какая голова? Смотри, Жека, вот охранник. А где мы вообще вылезли? Это комната охранника. Так. Ну, давай его грохнем, Жека. Потом. Зачем? В смысле, зачем? А мы так сейчас канализируем. Чего? Тревогу поднимет. Ну так мы вдвоем внезапно его со спины грохнем, и он ничего не успеет поднять. Ну чё, Жека, давай, короче, выбегаем, быстро грохаем его и валим отсюда. Ну давай, я готов. Давай, только тише разговаривай, а то он сейчас услышит. Давай, открывай дверь, давай, быстро. Открываю. Беги! Да дебил, дерьмо! Ты придурок, Жека! Ты дебила кусок! О, что такое? Это одежда его выпала, тебе она нужна? Подожди, слушай, у меня есть отличная просто идея. Ну? Они же не знают всех своих охранников на лицо. Может, ты оденешь форму и типа притворишься охранником? И типа я тебя вывел с камеры и веду там, не знаю. Ты сказал там охранник, к чему я тебя иду казнить, да? Ну, допустим, давай ты казнить, а можно что-нибудь не казнить? Ладно, я что-то придумаю, только не казнить. Давай, передо мной! Передо мной я сказал, идти. Ладно, иду. Давай. Руки за спину. Как это сделать? Вот
Вот, руки... Руки за спину. Руки за спину. Тихо, давай, все, Жень. Ты уверен, что нас не спалят? Мне что-то стёмно. Да я уверен, пойдем. Ты смотри, там уже... Ладно. Давай, тихо. А, вы не смотрите, я его там веду на кастрацию. Пошли же, да? Иди. Яички отрезать не буду. Яички будем его отрезать. Бьют меня. Тихо. Иди, давай. А ну, передо мной. Ой, начальник, я давай. Давай, беги, давай, иди. Меня, я не иди. Буду ничего делать. Не смотрите, мы его идем убивать, давай, иди. Давай. Я в начальнике. Давай, прямо, вот туда. Слышь, Жека. Да, прямо. Тихо, нас пока никто не видит. Жека, может пойдем в дом к королю и просто загрохаем его быстренько? Начальник, я не хочу никакими идти никуда. А, нас никто не видит. Да, дебил, пошли. Вот, мне кажется, это дом короля. Давай. Главное, чтобы меня сейчас вот эта армия не спалила. Подожди, ты меня ведешь. Да тихо ты, иди. На кастрацию, пацаны, на кастрацию уведу, на кастрацию. А ну иди, евнух, а ну иди. Сейчас мы идем. Сейчас жопа ему будет. Давай, Жека, валим отсюда нахрен, пока дебилы не догадались, давай. Смотри, король. Там король, какой сундук. Сундук. А что там? Это карта! Карта? Это карта, где находится ведьма! Ты тихо, да, короче, бери и пошли, тут король! Офигеть! Да. Давай, иди сюда. Здрасте, смотрите, кого я привел, он меня оскорбил, идем его кастрировать, можно? Сержант, что вы тут делаете? Вам же нельзя тут находиться, а ну быстро на свой пост вернулись. А, так мы, я вот заключенного. Иди в сраку, а! Вот смотри, во! Что? Как вы выбрались? Охрана! А ну полетел отсюда! Жека, ты королем! А ну вали! Давай валить! Сюда, Жека! Снимали. Пока охрана не прибежала! Куда бежать? Я не знаю куда! О, смотри! Подъем! Да. Короля закукожили, Жека! Жек, смотри, а у меня еще один ТНТ есть в инвентаре. Может мы тут дырочка есть, как раз специально, мне кажется, для этого. Какая дырочка? О, дырочка. А ну. А ну давай. Охренеть. Давай сначала на башку им плюнем. Да. Давай. Пацаны. Один из даже не слышит. Так, смотри, Жека, мы короля закукошили, еще его всю армию закукошим, мы вообще самыми главными лилипутами станем, а? Давай, устанавливай свой ТНТ, главный лилипут. А ты уверен, что мы сможем убежать, пока он не взорвался? Да мы не из таких ситуаций вылазили. Ну ладно, смотри. Твой чё, дебила, кусок, ты уже взорвал! Беги! Ёха, да и бабай, так мы не только охранников пили, мы весь город закукошили, Жека. Так лампочка. Тебе на жертвы плевать, да? Там, может, дети были. Да какие дети? Они нас в тюрьму посадили, убить нас хотели. Они вообще-то челюсть сломали. Точно, сволочи! Жека, давай домой. Давай сюда, Жека. Буду знать, как нарваться на Женечку и Эдечку. Да. Зато у нас карта сейчас есть, Жека. Завтра мы идем ведьму искать, 100%. Да, и мы станем снова большими, ура, наконец-то. Вот эти разборки лильпутские заколебали уже, если честно. Давай, Жека, давай, полетели. Ты готов? Хорошо, я понял, я уже полетел. Все муравьи гопники, вот что хотел сказать. Гопники, в смысле? Да все каких-то нарывистые. А, во-во. Да. Вот, и мы, кстати, в том числе. Мы добренькие, Жека. Мы гопники. Да, вот станем большими и опять будем нормальными. Так, Жека. Ой. Что-то я устал сегодня. С тюрьмы выбираться. В туалет? Ну давай, я подожду. Давай. Не смотри. Да не смотрю я, не смотрю. За неделю в туалет-то не ходил, да? Да. Ну я просто в твою кровать сикать. А, ну круто. А я уже только что сделал при взрыве. Так, давай, все. Так нужно карту обязательно сложить. Завтра великий день, Жека. Завтра великий день. Давай спать. Меня в тюрьму не посадят на неделю. Да. Все. И что-то я устал. Лайки.